Всем привет, это видео-версия сайта Тарантас Ньюс, и в этом выпуске расскажу вам о поручении президента Российской Федерации Владимира Путина дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму. Владимир Путин поручил правительству выделить из федерального бюджета дополнительные денежные средства на капитальный ремонт зданий и трасс в Крыму, сообщает сайт Кремля. Денежные средства будут выделены на капитальный ремонт многоквартирных домов, восстановление общественных дорог, модернизацию парка локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, ремонт станций и платформ ЖД, а также благоустройство территорий общего пользования. Средства будут выделять в 2020-2022 годах. Вдобавок, правительство нашей страны должно подготовить поправки, которые предусматривают пониженные тарифы страховых взносов в отношении участников свободной экономической зоны на территории Крыма. Также президент РФ подчеркнул, что на полуострове требуется повысить качество жизни и развивать инфраструктуру. Например, из-за увеличения туристического потока. В прошлом году Крым посетило 7 400 000 туристов, на 9,3% больше, чем годом ранее. Больше половины из них прибыли по Крымскому мосту. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!